Так, восходящий поток. Энергия мощная идет. Расслабляем тело. И внутри этой энергии еще сейчас больше проявлены стихия огня и стихия земли. То есть, что это дает? Стихия земли дает укрепление костной системы, кости мышцы, уплотнение, как бы тело такое создается. Ну, кстати, для здоровья хорошо тоже, укрепление здоровья. Структурность, порядок наводит. И огонь. И как бы огонь, он идет сквозь, как будто бы сквозь стихию земли. То есть как внутри стихии земли еще стихия огня проявляется. То есть земля как будто бы наводит порядок в теле, а огонь как будто выжигает мусор весь. Пока еще работа с родом не началась. Пока только мы Так, проблемы с позвоночником. У кого? У всех есть проблемы с позвоночником. Вот сейчас с позвоночником хорошо работать. То есть проводите как бы эту энергию через дыхание вдоль позвоночника. И вот как раз пошла работа с областью почек. Какие-то страхи в области почек. Почки, надпочечники. В принципе, всем сейчас почки, надпочечники тоже. Почки это у нас вода. Стихия огня создает равновесие вот в этой воде, в балансе воды. То есть там, где есть перебор воды, там выжигается. Где есть недостаток, там очищается и вода восполняется тогда. Страхи разные. У всех, в принципе, это ощущаю, левая сторона. Проблема с левой стороной первая идет. Женская. Женский род. Женская суть и энергия. Так. Черный синий цвет идет. Это как раз меридиан почек. Такой темно-темно-синий или черный цвет. Можете представлять себе или просто увидеть его. Хорошо, очень очищается. Вот что хочу сказать сразу. Вот не напрягайтесь, да, то есть прочувствуйте сейчас, как идет энергия. Прямо внутри вся область низа живота. Ну, в общем-то, от пупка и ниже, даже от солнечного сплетения, я бы сказала, и ниже. Расслабляйте сейчас эту зону, потому что хорошо, там сейчас идет энергия. Мочеполовая система вся. Надпочечники. Пускайте это в область. Через расслабление именно. Есть ощущение, что какое-то послание есть для нас, но еще рано. Может быть, будет оно сейчас попозже. С родом хочется все-таки сначала поработать. Как будто есть какая-то информация для нас. Теперь открываем каналы ног. Просто ощутите, как внутри ног проходят каналы.
через чакры стоп, область таза, и соединяются они с центральным каналом. И сейчас активно идет энергия в этой области, то есть как бы похоже на прожигание, но не совсем. Теплая энергия должна ощущаться, может даже горячая ощущаться, но в общем и целом тепло должно быть в ногах. У всех проблема с левой стороной сейчас, значит, работаем слева, с левой стороной. Женская суть, женская энергия. Значит, открываем женский рот, материнская линия. Я прошу ангелов помочь нам очистить весь рот матери настолько, насколько позволено нам это сделать сегодня. Восходящий поток энергии. И сейчас еще включается такая энергия, как белое пламя. Прямо почувствуйте, белое пламя как будто входит в стопы. Такой плотный огонь белый. Там практически нет прозрачности, прямо белый свет такой плотный. Как пламя. Это пламя поднимается по ногам. Право и лево. Поднимается по ногам, соединяется в копчике. И дальше идет наверх, идет позвоночника, выходит через макушку и... Проходя через макушку, еще также спускается, через макушку, через центральный канал, также спускается еще в руки, очищает каналы рук. Да, все-таки чувствую я, что есть какая-то информация для нас. Теперь также открываем мужской рот, рот по отцу. Я прошу ангелов помочь очистить мужской рот, отцовский рот. Настолько, насколько позволено нам. И сейчас энергия вот этого белого пламени, она проходит, продолжает идти также по ногам и соединяется в области матки. В области матки появляется такой, наполняется такой энергетический белый шарик. Даже немножко в области пупка, я бы сказала. Всю область матки, область пупка, вот эта зона.
Сзади тоже крестец активен. Поясница. Такой шарик из белого пламени, он уже начинает расширяться и выходит за пределы физического тела. То есть наполняется энергией. Он уже выходит за пределы физического тела, и это уже энергия начинает наполняться и в эфирном теле. Эфирное поле начинает наполняться. И по эфирному телу энергия растекается по всему телу. То есть 2-3 сантиметра вокруг тела, ощущаем кожу, и энергия начинает наполнять все эфирное тело. Если вы посмотрите на себя внутренним взором, как будто ваше тело, ваша кожа сияет таким густым белым пламенем, белым светом. И этот свет также содержится изнутри тела. И сейчас этот свет из истока наполнения в области матки, в области пупка, свет начинает больше подниматься наверх по центральному каналу и начинает выходить из макушки, поднимается дальше чуть выше, за пределы кокона выходит. И как будто такой фонтанчик из кокона. То есть весь кокон начинает наполняться этим белым пламенем. Теперь внутри, как бы рождаясь из этого белого пламени, как будто из самого естества этого белого пламени, начинает проявляться фиолетовое пламя. Оно как бы как будто рождается из этого белого пламени изнутри и постепенно проявляется во всем нашем физическом теле, энергетическом теле, во всей ауре. Поле начинает сиять фиолетовым пламенем. То есть это такое соединение, получается, двух пламен, белого пламени и фиолетового пламени. В таком непрерывном рождении они как бы. Какая-то информация про матку идет. Про рождение. Свойство рождения. Что вот как матка рождает из себя, так вот что-то эти племена также рождаются. Так, вот, вторая тема, про которую я говорила, про то, что всех содержим в себе.
Сейчас ощутите, что внутри вас, как будто бы, в вашем поле, в вашей душе, вы содержите в себе всех, с кем у вас когда-либо были отношения, всех ваших родственников и по отцу, и по матери, всех ваших друзей, всех людей, с которыми вы общались, все, с кем вы так или иначе взаимодействуете, они есть в вас. Кто-то в большей степени проявлен, кто-то в меньшей. И сейчас мы, продолжая пребывать в этом белом и фиолетовом пламени, в луминах, ощущаем то, что мы в себе содержим всех. И мы как бы отдаем это Богу, то есть отдаем этим пламенам всех родных и близких, все родственные связи. Как бы вручаем белому и фиолетовому пламени всех мужчин, все отношения, которые были когда-либо, физические, платонические, неважно. Тоже вручаем белому и фиолетовому пламени. Всех друзей и знакомых тоже вручаем белому и фиолетовому пламени. И всех, с кем мы когда-либо вообще взаимодействовали, мы всех абсолютно вручаем этому белому и фиолетовому пламени. Пусть эти два пламени трансформируют эти фрагменты душ, которые мы держим в себе. Пусть очистится любая карма между нами. В первую очередь по роду отца и матери, то, откуда мы вышли, откуда родилось наше физическое тело, воплотилось на земле, родовые родственные связи, пусть трансформируются в этом белом и фиолетовом плане. Отношения и любое взаимодействие. Все вот эти вот частички, все фрагменты этих людей, фрагменты их душ, мы отдаем они как бы через соединение с Богом, с Божественным, возвращаются
обратно к тому, откуда пришли. Мы возвращаем им их фрагменты. И восстанавливаем все свои фрагменты, которые содержатся во всех этих людях. Возвращаем себе фрагменты своей души. Возвращаем свои частички души. Собираем себя в целостности. Еще раз ощущаем белое пламя, которое рождает в себе фиолетовое пламя. Ощущаем это пламя внутри своего тела. Сейчас оно как будто в области живота, в области пупка. И оттуда распространяется, как заливается во все тело. Вся аура начинает наполняться этим светом еще раз. И почувствуйте внутри себя благодарность всем этим людям. Тем, с кем мы когда-либо взаимодействовали, роду отца и матери. Сейчас мы завершаем все контракты, которые были между нашими душами. Все, что уже выполнено, пусть будет завершено. Что еще должно выполняться, пусть будет трансформировано в энергию фиолетового пламени, очищено от негативной кармы. Чтобы эти связи были благом друг для друга. И чтобы задачи души выполнялись максимально эффективно и благоприятно, согласно божественному замыслу. И сейчас мы возвращаемся к ощущению своей целостности. Почувствуйте сейчас себя. Есть ли в вас, появилось ли в вас вот это ощущение целостности, наполненности, достаточности самих себя?
Это может быть как внутреннее ощущение безопасности, покоя, что вы на своем месте, что вам не надо никуда бежать, что-то искать, что вы здесь, в своем месте. Ощущаем. Как то, что мы есть. Я есть то, что я И теперь из этого состояния ощущаем плотность своего физического тела. Потихонечку заканчиваем практику.